традиционный вопрос, как прошла ночь? А? Тут всего два варианта, третьего нет. Либо плохо, либо хорошо. А? Но плохо это тоже хорошо, потому что какие-то запруды, препоны в организме, там, в сознании сломаны. Знаете, вот бывает плохо, вам не по себе, нехорошо, но это подействовало. Ясно? Энергия, она же промывает все. А когда хорошо, то хорошо. Значит, промыто, просто порядок наведен. Ясно? Потому что обязательно какая-то реакция должна быть. Если нет реакции, ну, так не бывает. Должна быть. Только не анализируйте умом, в любом случае все хорошо. Ну, продолжим, да? Шри Аурабинда. Очень редко, когда божественная милость отворачивается от кого-либо. Но многие сами отворачиваются от божественной милости. Сильно сказано, правильно? Мы что-то все хотим, от Бога хотим, милости хотим какой-то радости. А ты какой-нибудь хоть маленький шажок навстречу ей сделал? Ты хочешь, чтобы тебя привели, кто-то тебя угостил этой милостью? На каком-нибудь тренинге там или еще где-то, а? Чтобы она не зашла на тебя, на бездельника. Трудиться надо. Это работа, это труд. Она присутствует, эта милость, в любой точке пространства, всегда и везде. Но ей надо открыться. Она буквально жаждет проявиться в ком-нибудь, кто готов искренне ей открыться. Вот готов, она вот, ну, жаждет. То есть ищет объект проявления. А мы в гордыне своей, в своем неведении, все какие-то ищем окольные пути. Есть такое? Чего кислые такие? Видите, вот это наша главная беда. Ничего не делая, что-то получить. Так не бывает. Потрудиться надо. Это игра, божественная игра. В игре... Правила есть определенные. Надо знать правила. И согласно правилам жить и действовать. Но подавляющее большинство людей, которые погрязли вот в этой жизни, в трясине эгоистической жизни, да, неуподно отворачиваются от милости, предпочитая бессмысленную, суетную жизнь. Ну, с какими-нибудь там косметическими ремонтами организма, психики, с приправой религиозной, свечки поставить, слезы покапать у иконы какой-нибудь чудотворной. Вот и все. То есть люди лентяи. Вот не случайно я вчера от Мауза достал и говорю, революционера духа вы должны быть. А вы кто? Ну не вы, я говорю, так сказать, образно, фигурально выражаюсь. Ясно? Если вы внутреннюю революцию не осуществите, не измените свою жизнь, то так и будете бояться, страдать, болеть и умирать. Все. То есть я могу предсказать вашу судьбу стопроцентно, чем вы закончите. И вы сами, наверное, догадываетесь. Ясно? Тут не надо пророком быть великим. И люди вот живут по этой накатанной колее, смирились. С чем вы смирились-то? Смирились со смертью, смирились с глупостью. Не в этом смирение должно быть. Смирение должно быть в том, что вас бьют, учат, тренируют жизнь, а вы не сопротивляетесь, сказать, Господь, спасибо, что ты побил. И вот тогда удары судьбы, они, в общем-то, будут способствовать вашему духовному робству. А так вы пытаетесь, ну как вот избежать, чтобы этого не было, как похитрее там что-то обделать. Вот вся эта жизнь в этой мельтешении состоит. Ну сколько можно? Мое впечатление, говорит мать, что чем ближе я к молчанию, чем более я молчаливо, тем это, имеется в виду выражение мысли, точнее. То есть чем менее активен ум,
тем больше точности. Следовательно, именно эта нисходящая сила притягивает нужные слова. Это даже не идея, это переживание. Это что-то живое, что приходит и притягивает слова для своего выражения. Так вот, одним из наиболее важных, что ли, результатов проявления нового сознания, нового супраментального сознания, является функционирование психики, нашей психики, психики человека, в режиме сверхсознательной психической деятельности. Мы изобрели эти режимы психической деятельности на основании наших научных исследований, изучения поведения пилотов в экстремальных ситуациях, мы видели 5 видов психической деятельности. Так вот, сверхсознательная психическая деятельность – это тот вид деятельности, который в результате нашей работы на пути сознательной духовной эволюции просто обязан проявиться. То есть мышление без слов, мышление озарения. Речь сама откуда-то берется, и ты просто открываешь рот, произнося слова. К месту, ко времени, когда нужно это. У нас все время надо что-то вот по жизни обычной придумать, что сказать, как обделать. Вся наша жизнь, в общем-то, обыденная, рутинная, она в работе ума. Работаем, как лучше поступить, что сказать, как там это, что-то, чтобы получить результат, сделать получше. А тут ты совершенно дурачок. Нет мыслей, нет ума. Вот я не могу себе представить, вот я удивляюсь, вот если я об этом сейчас говорю, я говорю удивляясь, а так по жизни я не удивляюсь, я не могу действительно заставить работать ум. Вот если есть какая-то ситуация, что мне делать, ну я не могу думать, что мне делать, я просто делаю. Я не могу думать, что мне сказать, я просто говорю. И представляете, сколько проблем, сколько времени высвобождается просто, так сказать, жить без ума, а не постоянно, так сказать, что-то в нем перебирать. Это вообще ужас. Я даже не представляю, как, если это снова начнется, я не знаю, что я делать буду. Как жить-то? Как жить, я не представляю. Все, это Маузер уже настоящий нужен, и к виску. Не деревянный, как вчера. Понимаете? Это действительно чудо. Это не придумка, я не придумываю, это так. Если это вас не сподобит к работе на пути, я не знаю, то что, так сказать. Ну, вам любовь нужна, да? Нужна любовь. Вы, наверное, 1000 раз убеждались, что любовь не может быть вечной. Та любовь, которую вы под любовью понимаете. Не может быть вечной. Объекты меняются, симпатия, антипатия, все, любовь-ненависть. А вот когда внутри тепло и благодатно, вот это то, что от Господа приходит в результате нашей работы на пути. Вы скажете, как скучно, без переживаний, без драм, без трагедии. А вам трагедии еще не надоели в жизни? А? Драмы не надоели еще? Нет? То есть не наелись? Там по телевизору драмы, кругом драмы, в мире драмы, в семье драмы. Везде Шекспир. Сколько уже лет-то? 1000 лет Шекспир кругом. Хватит, нашекспирились. И Достоевский нам не указ. Делом надо заниматься, в конце концов. Так что нужные слова всегда приходят, они откуда-то берутся. И вот когда я говорю, я сейчас рот открываю и знаю, что следующую фразу, следующее предложение я уже читаю не глазами, оно есть. Вот она льется и льется речь, нормально. Я понимаю, что это не я говорю. Я – это когда ум включается, а когда ума нет, это не ты говоришь. Понятно? Мы-то привыкли себя отождествлять с умом. Если ум не включается, тебя нет. Кто за тебя говорит, не знаю. Но мне так комфортно, нормально, неплохо. Кто за меня решает проблемы? Да никто, потому что проблем не возникает. У нас же в уме возникает проблема, и мы ее начинаем решать. Ну, пытаться как-то ее решить. А если не возникает проблема, это что такое? А? Это плохо или хорошо? Видите, как интересно. В новом мире.
А что касается речи, опять к речи, возвращаемся, спонтанной, то она действительно рождается как бы ниоткуда. Как бы ниоткуда, из пространства, в полном молчании ума, нужные слова, нужные формулировки, вот из какого-то источника, что ли, притягиваются нужные формы выражения мысли, они откуда-то там капают, и ты просто открываешь рот. Поэтому вся моя работа вот сейчас, в поездках, в беседах, моя задача просто открывать рот. Все. Вот Марья Павловна меня возит для открывания рта. Она вот записывает то, что в результате открывания рта получается вот на этих приборах. Это действительно так. Потому что спустя какое-то время ты понимаешь, что ты просто артикулируешь. И больше ничего. Не потому, что я умный какой-то, просто я другой. И у меня есть возможность сравнить себя прежнего с собой настоящим. Вот это вот самое убедительное, во всяком случае, для меня доказательство, что результат работы на пути все-таки есть. Он есть. И мне доподлинно известно, что он фактически есть. Вот я вчера вечером намеревался посмотреть футбол. Финальный матч был Кубка Европейских чемпионов. Я сел у телевизора и уже знал, кто победит, а кто проиграет. Мне стало так неинтересно. Вот. Ну, я посмотрел, смотрю, да, и последовательно вот эти этапы проигрыша, они образовывались, причем в нелепых ситуациях. Ну, как можно смотреть, вот, когда знаешь, что результат уже есть. Некоторые вещи действительно становятся неинтересными. И так по жизни бывает. Вот глядишь на человека, он фонтанирует, он влюблен, у него там какие-то перспективы, то есть дурачок, через полгода у тебя ничего не будет. Это тоже как-то необычно бывает. Ну, как что-то прозреваешь, но это не ради прозрения, а просто по факту. Потому что результат, вот он бывает виден и понятен загодя, задолго, потому что все вершится на тонком плане. На тонком плане все происходит гораздо раньше, чем тут материализуется. Поэтому наша жизнь на тонком плане, которой мы не подразумеваем, не знаем, что она там даже проходит, вот она и определяет вот все наши глупости, все наши трагедии, все наши комедии. Видите, как интересно. Вот, так что я вчера не получил радости от просмотра этого матча. Так интересно было. Вот. Ну и по делам мне. Потому что я симпатизировал одной из команд. А мне сказали, ну ничего ты смотришь, она все равно проиграет. Симпатизировал. Не надо никому симпатизировать. Господь все распределит как надо. Ясно? Так что не будьте пристрастны там к чему-то. Да? Как только вам что-то захочется или какая-то симпатия появится, понимайте, что все рухнет. Вот. Так что мы живем этими какими-то подачками небольшими от жизни, как нам кажется. Но они действительно подачки. А настоящей, полноценной жизнью, чтобы получать радость в каждое мгновение, да, с утра до вечера, нету этой жизни. А вот новое сознание, оно как раз и позволяет это получить. Причем за бесплатно, абсолютно. И это не удовольствие, это радость жизни. Вот, понимаете, отличие, получить удовольствие, потому что удовольствие – это витальное чувство. За удовольствие всегда платят. То есть удовольствие плюс, но страдания там и все остальное в минус идет. Ясно. Обязательно, потому что то, что получили, оно должно компенсироваться обратно в витальной жизни. А тут вот все по-другому. Вот так, интересно. Вот когда говоришь, действительно, вот ты говоришь, говоришь. Следующий блок, он уже заготовлен, словесный. Ты знаешь, что там все в порядке. Потом вдруг, ну, говоришь там, может быть, 10 минут, 15 минут, говоришь, рот открываешь, а там заготовки нету. И ты знаешь, что сейчас ты запнешься. А говоришь уже, говоришь, а там не подготовлено.
Ну, бывают же сбои, да? Ну, как радиопомехи. Ну, делаешь паузу, ну, потом там кто-то уже, все, пожалуйста, ну, бумажку подсунули. Идешь дальше. Это тоже интересная такая вещь. Вот. Так что иногда ты уверенно произносишь, вот, и вдруг внутренне отмечаешь отсутствие заготовки. Никто не знает, а ты знаешь, что ты сейчас запнешься. Ну, во всяком случае, замолчишь. Не запнешься, а замолчишь. Но не на полуслове. На полуслове не бывает. Вот блок, он целиком. Ясно? На полуслове не получается никак. Поэтому надо сделать паузу. Можно даже пошутить. Это тоже откуда-то падает шутка. А потом продолжаешь. Ну, там пока не приготовлено-то. Они говорят, подожди немножко, там что-нибудь ляпни. Вроде бы ты и не ты. Мать, продолжаю. Когда слова приходят совершенно спонтанно, это хорошо. Однако всегда есть, всегда, во всех случаях, даже при самых лучших условиях, впечатление сужения, вынужденного сужения, переживания, чтобы тебя поняли. Но она говорит о том, как выразить вот то, что она чувствует. Вот выражение тех переживаний, которые к тебе приходят, переживания совершенно, так сказать, ну, иного качества. Это не умственное переживание, не эмоциональное. И слова подобрать правильные, ну, чтобы тебя поняли, что хотел, чтобы тебя поняли. Не то, что не всегда удается. Всегда не удается, но ты пытаешься как-то, ну, худо-бедно, как-то это представить в словесном выражении. И тебя может понять только тот, кто в этом состоянии побывал, ну, четко почувствовать, либо кто близко к этому. Знаете, вот есть ощущение, что это так, у меня пока этого не было, но вот где-то были предвестники вот этого нового. И тогда тебя понимают. А если ты умному человеку, там, философу какому-нибудь, ученому, там, литературоведу, начнешь об этом говорить, или он прочитает твои слова, он скажет, какая-то шизофрения, что-то больной человек, ну, больной так больной. Вот. Больной, но к врачу не ходим, да? С этой болезнью. А вот по поводу, опять-таки, слов, которые рождаются сами по себе, я уже повторял как-то неоднократно, ну, может, для тех, кто не слышал, хочу напомнить. Бывает так, что дважды у меня было так, что после вот наших двухдневных встреч я приходил домой, это московские встречи были, приходил домой вечером, ложился, так сказать, в постель, и вдруг включалась моя речь. Вроде бы речь моя, как записанная на диктофоне. То есть я слышу себя, мои интонации, мое такое окрашивание эмоциональное, не эмоциональное, но какое-то вот такое особое. Я слышу себя, как в диктофоне. Я говорю очень складно, я начинаю слушать себя, понимаю, что ну, какая-то речь была заготовлена, но я ее не озвучил. То есть меня убедительно, мне на этих примерах убедительно показывали, что не ты говоришь. Ты вот смотри со стороны. Ты что ли говоришь? Твой голос, все вот внутри это происходит. Но не ты ведь говоришь. Ты что, придумаешь, что сказать, что ли? Поэтому все его заслуга. Вот это интересно. Дважды было. Я минут 10-15 вот слушал себя, потом это надоедает, спать хочется. Ну, как выключить? Ну, выключалось как-то. Это очень странная ситуация была. Но убедительно тебе показывали, что не ты, а автор текста. Да поэтому тут заноситься, амбиции, я, тут слово я-то откуда тебе показываю? Нету тебя. Ты проводник, ты инструмент неких воль. Но лучше быть проводником божественной воли, чем проводником демонических воль. Люди, вот все проводники демонических воль. Смотри, что они творят. Они думают, что они там чего-то, от них это исходит, что они это делают. Ты их за веревочки дергают. И творятся в этом мире такие глупости несусветные. Потому что люди себе не принадлежат. Они не знают, кто они.
Это всегда здесь, это имеется в виду божественное, это здесь, и это работает. Но противодействующие вибрации еще слишком мощны и слишком многочисленны, чтобы божественное не исчезло в их массе. Но изнутри это работает, это работает. И действительно, божественная сила работает непрерывно. Ну и деструктивные силы, силы противной эволюции, они не дремлют. Их отчаянное сопротивление силам света сегодня налицо. Смотрите, сила света давит, да? Она не усваивается. Неусвоенная сила света вызывает ответную реакцию демонических сил, которые должны исчезнуть под этим светом, как бы вот высветиться. Отчаянное сопротивление начинается. Вот сегодняшний момент, сегодняшнее время – это эволюционный кризис. И чем сильнее божественное давит, чем больше божественное спускается на землю, тем сильнее активизируются демонические или противные эволюции сил. Сегодня удивительное время, очень благоприятное для духовного плодоношения. Если вы ждете спокойной и сытой жизни, кто ж вам ее даст? Делом заниматься надо. Ясно? Не ждите, не будет. Наобещать могут. Но этого не будет. Потому что спокойная и сытая жизнь, ну, условно говоря, в кавычках, в вас должна родиться. Сытость во всем. И спокойствие, и изнутри. Вот оно будет. Вот вам спокойная и сытая жизнь в результате вашей работы на пути сознательной эволюции. Ну, условно говорю, в кавычках, понимаете, что сытость, так сказать, не физическая, а вот достаточность. Всего в вас должна родиться. И к тому, что вы имеете, добавить будет нечего. А когда у вас есть что-то, и вы еще хотите что-то к этому добавить, ой, этому конца не будет. А вот когда вы состоитесь в главном, тому, что имеете, добавить-то нечего. Все есть у вас. Все есть у вас. Чем еще надо? Так что сегодня время... Очень интересное время, когда действительно небеса сами на землю спускаются, и нам надо использовать этот шанс. Может быть, это и последний шанс вообще у земного человечества принести какой-то финальный духовный продукт. Возможно, это последний шанс. Потому что повсеместная активизация враждебных сил, деструктивных, этот сумасшедший дом, который превратилась земля, свидетельствует о том, что божественное – вот оно. Если надо правильно понимать, что оно вот рядом, пожалуйста, только замолчи в уме, откройся, все, и победишь. А мы-то смотрим на сумасшедший дом и охаем, и ахаем. А божественное – оно вот рядом, это оно устроило этот сумасшедший дом. Чтобы противные эволюции силы сгорели там, взбесились, и как стадо свиней, помните, в Евангелии? Духи туда злые устремились. Вот оно, это время. То есть надо правильно понимать происходящее сегодня, человечное. Так что старый мир сопротивляется, но... Сопротивление тоже не беспредельно. Он должен рухнуть в конце концов. Когда это будет, а кто его знает? Это не наша забота думать о конце света. Как Спаситель сказал, о дне и часе том знает только Отец Небесный. А тут всякие пророки появляются, философствуют, рассказывают. Нам это не нужно. В высших сферах всегда говорилось, что те, кто имели отвагу прийти для подготовки мира, будут иметь, когда это закончится, нечто превосходное и обладающее более сокровенным и глубоким качеством, чем те, кто дожидается, пока другие сделают для них эту работу. Действительно, пионеры нового вида, а кто такие пионеры нового вида? Ну, пионеры, они же первые, да? Кто такие они, пионеры нового вида? Кто? А? Ну, смелее! Вы! Коль вы этим делом занялись.
пионеры нового вида – это никто иной, как мы с вами. То есть люди, которые выбирают для себя путь сознательной эволюции. Хватит прозябать. Хватит ждать, что кто-то вас осчастливит в одночасье. Не будет такого, если каждый, имеющий духовный талант, не займется его реализацией. Не будет. Не надейтесь. А вы на правителя надеетесь, на патриарха, там, на какие-то чудодейственные силы, на Распутина. Не будет этого. Не будет. Все противные силы, на которые вы надеетесь, они будут поражены. Это мрак. А вы только способны нести свет. Вы самих себе. Вот что должно быть. Вот надежды ни на кого нет. К счастью, это вообще замечательно. Ты остаешься один на один с Божественным. Это чудо. И отвечаешь перед Ним. Ты персонально, индивидуально. Представляете? Не на кого ответственность переложить. Я всегда мечтал вот жить в ситуации, когда я отвечаю за самого себя. И я готов ответить. А когда человек пытается себе мимикрировать, вот как-то вот так вот, понятно, что эго-то оно изворотливое, оно пытается себя сохранить. Но это не удастся сделать. Потому что свет, он всегда тьму способен высветить. Ясно? Все тайное становится явным. Вот такое сегодня время. И вот то, что в нас демоническое, оно корчится, начинает, так сказать, корчиться, извиваться, выходить наружу. Вы сами, наверное, знаете, много нелицеприятного из нас выдавливается в ситуациях, ну, в жизненных. То, что выдавливается буквально. Этому не надо ужасаться, это в нас есть, это в нас сидит, это должно исчезнуть. И вот пионеры нового вида – это люди, которые действительно станут светильниками духа, которые будут источником вибраций новой жизни, вибраций, то есть вот тех самых вибраций супраментального света. Вот. То есть спасая себя, если вы занялись собственным спасением, в хорошем смысле этого слова, вы спасаете незримое других. То есть вы становитесь заразителями новой жизни для других людей. И те, кто готов это воспринять, они воспримут это. Это уже наша ответственность, когда нас как бы встраивает Господь в общий эволюционный процесс. Но до этого должны появиться светильники духа. Они же не просто так появляются. В результате нашей работы правильной на том пути, о котором мы говорим, а вот тогда вы можете спасать и человечество. Только спасать не лозунгами, не призывами, а спасать своим присутствием здесь, на Земле, как источник вибраций новой жизни. Вот действительно спасение. Это действительно действенная помощь тем, кто готов ее получить. Те, кто полностью посвятил себя истине, кто хочет жить истиной, служить истине, каждую минуту будут знать, что надо делать. Это будет нечто вроде интуиции или откровения. Чаще без слов, но иногда выраженным словами. Это позволяет каждую минуту знать, какова истина этой минуты. Истина – это нечто живое, меняющееся, выражающееся каждую секунду, являющееся одним из способов приближения к Всевышнему. Вот тот, кто полностью верил себя в руки Господа, тот, кто обрел свою истинную сущность и наработал в коконе физического тела, или проявил, или проявилось у вас в коконе физического тела вот то новое вибрационное носитель жизни вечной, то вот это новое сознание в результате вот того, что с вами произошло, в каждый текущий момент времени, я уже об этом говорил, каждую секунду вы ведомы божественной силой, Всевышней силой. И нужные слова, поступки абсолютно правильные будут, как само собой разумеющиеся, результатом. Понятно? То есть никаких усилий, чтобы жить, принимать какие-то решения, чтобы что-то сказать, вы не будете предпринимать. И только тогда, когда вы не предпринимаете усилий для того, чтобы там что-то сделать, что-то сказать, вот как-то ситуацию изменить или повлиять, только тогда вы почувствуете вкус настоящей жизни, без напряжения. Вам вообще ведомо, что есть вкус жизни просто?
Да, наверное. Когда вы выезжаете за город, когда вы выходите там на утес, на откос, глядите на Окские дали, вот, и в этом состоянии вы испытываете радость жизни. Так вот, это должно быть везде и всегда. Это радость жизни, а не только на высоком откосе, на природе. Понятно? Это не сказка, это факт. Там же у вас ума нет, когда вы глядите вдаль. Нету. Только если вы заахаете, ой, как красиво, и все вмиг рухнет. Эмоция появилась. А вы в молчании глядите, вдохните. Так? Вот это и есть радость бытия. И вот новое сознание, оно вас в этом состоянии держит. Это состояние никуда исчезнуть не может. Так что здесь нет откоса, а радостно. Не потому, что вы сидите. Без вас бы лучше было даже. Ну, спокойней в атмосфере. Понятно? Вот. То есть это состояние, оно неистребимо. Это внутреннее состояние. Это не то, что определяется какими-то внешними обстоятельствами. Нет. Это то, что разворачивается у вас изнутри. Вот это чудо. Чудо новой жизни, оно изнутри развертывается. И в результате вы начинаете жить действительно благодатной, живой жизнью. Принципиально новой жизнью в поле маленьких чудес всяких. То есть по жизни такие маленькие чудеса происходят, очень интересные вещи. То есть ваша жизнь рождается от мгновения к мгновению. То есть вы постоянно обновляетесь. Сложно понять умом, как это постоянно обновляться. Вот если вы живете в линейном времени, у вас прошлое одновременно есть, настоящее невеселое и будущее мрачное. Вы же не обновляетесь, вы живете в этой помойке. От и до, от прошлого до будущего, которого еще нет. А вот когда нет ни прошлого, ни будущего, а есть только настоящий момент, помойки нет. Вы скажете, это психотерапия, ведь прошлое же, оно существует. Кто вам сказал, что оно существует? Где оно? Если только в вашей памяти, откуда вы извлекаете трагические моменты и занимаетесь мазохизмом, то есть бередите раны прошлого. Есть такое? А? Доставляет вам удовольствие прошлое ковырять? Иногда. Ковыряете. Вот. А потом фантазии в будущем, что у вас там будет такое замечательное, да, или наоборот, еще хуже, чем было. Ну вот вся ваша жизнь виртуальная. А реальной жизнью мы не живем. Вот это беда, что нет живой жизни в нас. Ум заставил нас жить в прошлом и в будущем, но никак не в текущем моменте времени, потому что он нас обязательно уводит из реальности божественной. Вот когда он замолчит, когда все встает на свои места, начинается жизнь. Это не от случая к случаю, не, знаете, вот сейчас есть, а завтра нет. Все встает на свои места фундаментально. То есть вы постоянно настроены автоматически на божественную волну. Вы с нее уже не уходите. Когда вы начинаете работать на пути, ну, естественно, бывает то туда, то сюда, но потом все ближе, 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 все меньше эти колебания, и потом в конечном счете все автоматически устанавливается вертикальное время. Вертикальное время, нелинейное, время без ума. Ум не вмешивается, не включается. Вот тогда облегчение наступает, Боже мой. И вот этот первый момент, или первое время, когда вот новая жизнь, вот она родилась, а старая еще помнится, ты думаешь, Боже мой, как я мог жить вот тогда в том состоянии? Вообще, какой ужас. И даже страшновато становилось, что вдруг вернется вот прежнее. Но оно не возвращается. Ну, поначалу, когда еще свежа память о прошлой жизни. Видите, сколько чудес на этом пути вас подстерегает. А вы все философствуете. Хватит. Если сделать истину догмой, что делают все религии, то это больше
не истина. Если истину сделать догмой, что делают все религии, это больше не истина. Так вот, истина – это некий незыблемый абсолют, который существует вне времени. Ну, какой-то абсолют, его нельзя определить истину. Понимаете? Вот когда Иисуса Пилат спросил, что есть истина, Иисус молчал, он стоял, истина стояла перед Пилатом. Вот это молчащая истина, результат духовной реализации. Вот он стоял. Он не сказал, я есть истина. Но потом он сказал, я есть путь, истина и жизнь, но это уже не Пилату. Пилат это не понял бы. Вот она, истина. Истина – это результат нашей духовной работы, в общем-то. А для меня истина, я для себя определил, что такое истина. Истина для конкретного человека, для меня в частности, это следование по пути сознательной духовной эволюции. Другой истины я не знаю. То есть я должен реализовывать свой духовный потенциал. Вот это истина для меня. И по мере продвижения по этому пути вам открывается все большие горизонты этой истины. То одно, то другое. Она становится объемной, ее словами не выразишь. То есть вы ее постигаете, она в вас рождается. Вы ею становитесь. И у вас нет никаких вопросов, потому что по мере продвижения по пути вопросы исчезают. Пока у вас есть вопросы, вы еще не там, где надо. А в дальнейшем вы или ваше состояние есть ответ на все вопросы. Все. Вы, как духовный продукт состоявшийся, ответ на все вопросы. Все. Нет вопросов. Вы ответ. Видите, как все просто. Если заниматься делом. А что истина, она динамична, она раскрывается во времени. А уж потом, когда вы вне времени, вот тогда вы становитесь истиной. Процесс ее раскрытия можно поэтапно как-то отразить в словах, но когда вы сами истиной становитесь, то любые слова, самые утонченные, самые, так сказать, изощренные ментально-витальные формулировки, бессильны. Они не выразят то состояние, в котором вы находитесь. Это невозможно выразить. Поэтому можно верить, можно нет, если вы пытаетесь это выражать или говорить кому-то, вот что вы ощущаете. Ну, это уже вопрос веры для слушающих вас. А для вас это истина. Вам не надо себе самому доказывать, кто вы и что вы. И остерегайтесь накрепко привязываться к общепринятым догматам, там, религиозным или философским. Это всегда выраженные в словах продукты ограниченного человеческого разума. Все эти догматы выдумывают люди. Их разум ограниченный, который не одухотворен. Можно под духовным соусом это представлять, как догматы церкви, но это никогда не будет истиной. И не случайно мудрые люди говорили, что мысль изреченная есть ложь. Так что ищите истину в себе, и тогда непременно ее найдете. Станете ею. Как Иисус говорил, я есть путь, истина и жизнь. И никогда не ошибетесь, открыв это в себе. А где-то вычитав, ну, чужого не надо. Вас вначале заставляют верить в чужие слова, в чужую истину, а потом говорят, мы вас к ней приведем. И никогда не приведут, потому что истина открывается в вас. А когда у вас в уме запечатлелась чужая истина, чужими словами высказана, которая далеко не истина, куда вы придете-то? А? К разбитому корыту уж точно. Это состояние сознания, которое устанавливается сейчас, это нечто вроде постоянной связи и контакта с Всевышним Господом. И это упраздняет ощущение износа,
замечает его чем-то необычайно гибким, необычайно пластичным, но непосредственно состояние бессмертия невозможно. Невозможно, по крайней мере, сейчас, говорит мать, структура должна превратиться в нечто иное. Так вот, когда ваше индивидуальное сознание пребывает преимущественно уже в новой тонкой вибрационной структуре, то есть оно перешло из мозговых структур смертного пренного тела на уровень вибрационный, когда вы стали, в общем-то, ну, условно говоря, нетленным, ваше сознание уже невозможно новое разрушить, потому что вы уже в другой категории, на другом плане, на другом уровне вибрационном находитесь, хотя имеете физическое тело, которое озвучивает что-то, передвигается, там, ну, как инструмент этого нового сознания, вот, то тогда-то вы и то, что называете теперь собой, в ощущениях действительно чувствуете, что вот вы исчезнуть не можете, что вся ваша жизнь или то, что вы собою теперь называете, это нечто пластичное, потому что это не тело. Не физическое тело, вы с ним размежевываетесь. И не путается вот ощущение физического тела, каким бы оно ни было там дряхлым, болезненным, с тем, что вы в новом статусе присутствуете. Тело не ваше. Оно дает о себе знать, оно какие-то там сигналы посылает само себе. Но это вас абсолютно не волнует. Не заставляет бежать к врачам, не заставляет паниковать. Потому что вы не оно. Это действительно чудо. Чудо новой жизни, которое буквально вершится в вас самих. Вот вы свидетель своего преображения, свидетель превращения из гусеницы в бабочку. В коконе физического тела. Бабочка вылетает. Это не метафора, это факт. То есть совершенно новая жизнь, вот воздушная жизнь, легкая, светлая, она выпархивает из этой смертной, бренной структуры. Вовне, причем оно везде. А когда вы везде, разве везде можно уничтожить? А? Как вот везде вас уничтожать, если вы везде, вот в ощущении? Какая сила найдется, да? Нет. Видите, как интересно. Это реальное ощущение, это опять-таки не фантазия. И вот что примечательно, даже чтобы достигнуть состояния сознания, когда больше нет износа, надо изменить свое ощущение времени. Вы входите в состояние, в котором время не имеет больше прежней реальности, и это нечто принципиально иное. И действительно, при окончательном переселение, что ли, вашего сознания или вас в новое тонкое вибрационное тело, носитель жизни вечной, вы выпадаете, совершенно выпадаете из пространственно-временных координат. Если вы не тело, то вы вне пространства и времени. Вы на полевом уровне, но вы сохраняете ощущение индивидуальности, аж никуда не девается, только вы не тело. И вот это чудо. Потому что постоянное отождествление себя с телом, это значит все, финал предрешен. И вдруг вы, имея это физическое тело, никакой связи, по сути, с ним не ощущаете. Оно есть, есть, да, но оно вас не волнует. Уйти из него хоть сейчас, надо еще 100 лет, ради Бога, можно 100 лет. Понимаете? То есть нет привязки во времени, потому что вы теперь существуете в вечности, и сколько будете носить этот груз с собой в виде тела физического, вас уже не волнует. Без него даже легче, конечно. Но пока надо носить, носишь. Ясно? Ну, Господь решает, не наша прерогатива там, себе сроки какие-то назначать, сколько его носить. Вот. И действительно, то новое, что вы ощущаете, износу не подлежит. А физическое тело, ну, вы даже с ним не связаны. Это вы с ним не разговариваете. Оно вам ничего не говорит. Оно только дает иногда себе знать. Ну, дает и дает. Покормить его надо, погулять сводить, помыть там, если надо, в туалет сводить. Все. Странно, наверное. Шизофрении, да?
Не, ну честно, если. Ладно. Говорит чушь какой-то, да? Она пусть болтает. Чего смеетесь? Ну, я пытаюсь как бы образно представить вот, отношение к тому, что мы привыкли считать собою. Но это не мы, вы. Это худо-бедно просто инструмент нового сознания с некоторых пор. Вот и все.